И как стало известно, в пятницу после избрания меры пресечения для Марии Пленкиной Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Теперь по факту халатности в отношении медиков. Девочка с декабря 2016 года не посещала поликлинику. Дело пока возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц, системы органов профилактики и здравоохранения, действия или бездействия которых могло привести к гибели ребенка. Оказалось, что трехлетняя девочка проживала в квартире в антисанитарийных условиях, без необходимой пищи, воды и медикаментов. Как выяснилось, мать родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери не исполняла. По версии следствия, профилактическая работа в отношении этой семьи не велась, а медицинский контроль за состоянием малышки учреждениями здравоохранения прекращен еще в декабре 2016 года. В настоящее время изъята медицинская карта девочки, допрошены свидетели, в том числе патронажная участковая медсестра.